Как уже было объявлено ранее, по итогам голосования на портале «Добродел» в этом году будет произведено благоустройство территории парка «Сосенки» на Жуковском проезде. К настоящему моменту уже готов проект, по которому будут проводиться работы. Состоялась рабочая встреча между представителями администрации и МБУ «Дорсервис». От лица активных жителей выступила Елена Барижа. По ее мнению, один из элементов будущей реконструкции – скейт-парк – не вписывается в общую концепцию. Я не против скейт-парков. На самом деле они нужны, они важны, но не в Сосенках. Там прилегают 3 дома, спальных дома, прям впритык. Еще особенность Сосенок в том, что они узкие. Они узкие очень идут и от домов, вот, я не знаю, какое там расстояние, там все звуки слышны. Скейт-парк будет выполнен с шумопоглощающим покрытием, так что жители соседних домов могут не переживать. Реконструкция парка предполагает наличие зон для разных социальных групп населения. Зона отдыха для пожилых людей, детские площадки, место для проведения массовых мероприятий и спортивные площадки для молодежи. В самом парке планируется провести озеленение, установить малые архитектурные формы и сделать освещение. Жители сейчас дадут свои замечания и пожелания к той концепции, пожелания, наверное, главное слово, к той концепции, которая будет реализовываться, с целью дополнить ее или внести небольшие точечные корректировки по размерам площадок или тех или иных дорожек. Кроме того, жители смогут принимать участие в еженедельных штабах на строительной площадке, где все пожелания и замечания будут услышаны.